Сейчас расскажу про проект «Стань частным корреспондентом» в Вики-новостях. Если вы хотите получить журналистское удостоверение, вам необходимо перейти в раздел «Стань частным корреспондентом». Это можно сделать с заглавной страницы отсюда. Удостоверения выдаются лишь тем, кто прошел квалификационный минимум, написал определенное число статей, одобренных редакторами, без значительных изменений. За каждую работу начисляется определенное число баллов, меньше всего – 1, за создание синтетических новостей, рерайтинг. Больше всего – 6, за эксклюзивное интервью, записанное специально для русских Вики-новостей. Если ваша статья стала популярной и вошла в топ-100 самых посещаемых заметок, она получит дополнительные баллы. Топ-100 прямо сейчас выглядит следующим образом. Для получения журналистского удостоверения надо за один календарный год до момента подачи заявки набрать 48 баллов по этой схеме. Результат работы необходимо заносить в таблицу. После выполнения задания нужно связаться с кураторами. Они оценят вашу работу и примут решение.